кровью и слайма. Там лизун состоит из пены для бритья, клея. Я знаю, что не каждый клей подойдет. Мы будем химичить. И для загустителя у нас есть форсил. А также нам нужен краситель, чтобы лизуну придать красивый оттенок. Я взяла акриловую краску. Ну что, приступим? Наливаем клей. Теперь добавляем краситель. У меня синий, у Саши черный. Смотрите, какой красивый цвет получается! Круто! Мой любимый голубой! Теперь я хочу добавить немножко глиттера. Теперь в эту массу добавляем пену для бритья. Сначала нужно ее взболтать, чтобы она была воздушной, как моя прическа. У Саши вместо черного получился светло-серый, и мы решили добавить красный цвет. Смотрите, какой он красивый! Круто! И после всего этого добавим форсила. Вау, он уже собираться начинает. Сам процесс напоминает приготовление теста. Масса густеет и собирается в одно целое. Мешать, так, чтобы она перестала липнуть к рукам. Смотрите, какая у меня масса получилась! Служили у вас долго?